feeling like a renegade. Somebody save me. Standing in the midst of the crowd, but nobody sees me. Shouting at the top of my lungs, but nobody hears me. All in the name of love, look what you made me. I've been praying for the rain to fall. Wash me down so I'll be born. Open heavens, let it pour. You can love me again. And nothing is changing. Please help me up. Don't shoot me down. My first second... Всем здорова, друзья! С вами Испикер, и наконец наступил новый день. Тот самый день, когда пригонят нашу тачку и сможем на ней прокатиться. Да, Тревор ее прокачал, внешности, движок мы пока что не трогали, но, друзья, наша семерка просто неузнаваема. И добро пожаловать на обзорчик ВАЗ-2107, обалдеть, черный цвет, брутальный, Тревор ее прокачал по полной программе. Спасибо, бро Тревор, это было реально все круто. Обалдеть, какие номера, 3 шестерки, то, что нужно, это адская... Чернушка будет просто гонять по Лос-Сантосу. Маленькая грязная, диски золотые, просто обалденные. Ох май га. Осталось прокачать еще движок, и будет тогда просто найс. Но тачка изменилась внешности полностью. Тонировка у нас. Обалдеть, реально все круто. У нас начинается доджик, мы сегодня погоняем и посмотрим, на что готова эта малышка. И ох май га, синие у нас... Неоновые подсветочки снизу, это смотрится шикарно. Так, ну что у нас, в принципе, есть? Есть время прокатиться, у нас есть место, где можно подрифтовать с гонщиками. Синий дым, это просто обалденно. Все шикарно и потрясающе, конечно, сможем дрифтовать и гонять на этой малышке. Движок, кстати, мне кажется, маленько прокачалось и стало довольно резво. Мне главное были тормоза. Это самое главное, что были тормоза и можно было заносить хорошенько, обалдеть. Идет дождик, маленько асфальт мокрый, и, конечно же, это очень помогает при заносе. Ух-ху-ху-ху! Обалдеть, реально, сцепление хорошее. С асфальтом пока что не очень мокрый асфальт, резина прогреется и будет просто ништяк, друзья. Это то, что нужно. ВАЗ-2107 прокачали. Сколько он стоил-то? 10 тысяч баксов. Прокачали еще на 5 тысяч, на 7 тысяч прокачали, и реально можно теперь дрифтить. Это просто тачка обалденно. Создан для дрифта. Интересно, сколько максимально она разгоняется по шоссе? Давайте же проверим. Если же, друзья, хотите, чтобы я что-то изменил, пишите в комментариях, и мы что-то изменим. Маленько попоцали. Ребята, двигайтесь. Я еду на встречу с дрифтерами и, конечно, хочу маленько подрифтовать с ними. Ох, бочком! Обалдеть! Это реально круто. В сторону! Маленько попоцали, ничего, все починим, все, конечно. Будет ништяково, но мне хочется, конечно, погонять, наверное, все-таки с гонщиками. У нас есть отметка на карте, можно поехать туда и посмотреть, на что готова эта малышка уже, конечно же, против других тачек, против других гонщиков. Ну-ка, бачком. Ух, май га! Маленько даже заносит нас. Задом-задом заносит. Обалдеть. На 360 дрифт. Это было довольно круто. Так, интересно, сколько максимально у нас разгоняется? Бро, в сторону! Чуть не сбил мотоциклиста. Ничего страшного. Встанет, отряхнется и пойдет дальше. Я вижу, есть на карте у нас отметка. Зелененький дор. В сторону. Едет гонщик. Мы, конечно, еще гонщик не тот. Нужна, конечно, практика. Нам нужна практика, наверное, в порту. Но мне хочется все-таки проверить эту малышку в действии. Да, есть отметочка вон там, прям внизу где-то. Так, нужно съехать бой прям тут. Эх, съедем прямо здесь. Да, то, что нужно. Была, конечно, Нива, она, конечно, покруче была бы, наверное, все-таки где-нибудь в пустыне. Но вот взяли ВАЗ-2107 и, в принципе, я не пожалел. Это то, что нужно. Так, можно проехать, кажется, вон там. Так, 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 о май га,
как проскочили-то. Давай дрифтом, дрифтом, у нас трактор. Ух, ху-ху, вот это вот жесть. Ну, тачку даже не попоцали. Маленько все-таки. Погоди, нам поворот направо. Так, вижу отметка. Поехали туда и посмотрим, на что эта тачка способна и как на ней можно наваливать. Так, мне сюда. Где-то мы, походу, на заводе у нас гонщики происходят. Гонки то, что нужно для проверки нашей малышки. Мне хочется сегодня навалять и срубить парочку баксов. У нас всего лишь 5000 баксов. Я надеюсь, этого будет достаточно, чтобы участвовать в этих гонках. Мы приехали на гонки, друзья, и сколько здесь гонщиков, обалдеть. Давайте же выберем себе соперников, наверное, по нашей тачке. У нас есть специальные характеристики, которые можно посмотреть, только я не вижу нижнюю характеристику. Сколько она у меня? Так, чуть подальше этим. Ах, вижу, да. Ну, практически половинку. Что у нас есть интересно тут? Сколько спортивных тачек, даже обычно есть городские тачки, мне кажется, стоит обратить внимание именно туда. Можно даже посмотреть, наверное, движок. Ух, как прокачано, обалдеть. О, это реально крутая тачка. Там, наверное, даже есть еще... Вот это силовуха, обалдеть. Нет, это реально крутая тачка, я, конечно... Не выиграю в этой гонке. Чувак, у тебя, походу, тачка слишком разбитая. Ты, походу, сегодня переучаствовал в гонках. Мне нужна какая-нибудь обычная такая городская тачка. Вот обычная девушка. Бэби, здравствуйте. Я хочу участвовать с вами в гонке. У вас довольно мощный автомобиль. Я согласен с вами. У нас есть 7000 баксов. Интересно, согласится, не согласится она. Денег у меня хватит, чтобы с тобой соревноваться. Да, в принципе, все, найс, все, я готов, да, она тоже готова. Мы идем на старт и сейчас будем соревноваться. Так, бегом, бегом к своей тачке. Я назвал ее Черная Мамба. И интересно, друзья, узнать ваше мнение в комментариях. Как название? Так, вижу, есть отметка уже. Бэйби, садись в тачку, погнали, я хочу с тобой сегодня соревноваться. Так, ребята, что здесь? Так, ну давай я с тобой. Тут, видимо, маленько тупит. Я хочу с тобой, погнали. А, погоди, ты, походу, не моя тачка. А, пофиг, поехали. Ух, поехали, походу, у меня маленько вперед. Ух, сбил двоих, ничего страшного. Прям, 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 прям. Давай, давай, выжимай все. Ух, жесть, что было? Походу, была авария. Чуть правее, чувак едет. Он тоже в аварии. Обалдеть. И все-таки я первое взял место. А как мы свою тачку разбили? Очуметь. Фары просто в дребезге. Интересно, сколько мы бабок выиграли? У нас было 7000 баксов. И у нас, ну, видимо, взнос был какой-то. И потеряли какую-то сумму. Но, в принципе, мы взяли первое место. Конечно, не очень чистым. Конечно, он тоже врезался. Погнали. А, кстати, 2500, что ли? Нет, осталось так же. Походу, моя гонка начинается вот только сейчас. Погнали, я участвую не в своей гонке, то есть я денег я не заработал. Я еду на свою гонку и да, едет, едет. Ребят, стой, 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 сколько нас, двое, трое, что ли? Чувак, я вижу, есть отметка, мы встаем на отметку. Сейчас, погоди, бэби, я встану на отметочку и наша гонка начнется. Ребята, расчистите дорогу, наша гонка уже начинается, ребята, я вас собью. Давай, давай, быстрее, давай же. Сигнал. Бэби. О, погнали, 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 давай, давай, вперед. Давай, Черная Мамба против какой-то городской колымаги. И я проигрываю, что ли, у меня колеса заднего нет. О, обалдеть, нету заднего колеса, ребята, у меня они покрышки слетели. Когда я слишком долго дрифтовал. Это было жестко. Первая нашей гонки и просто, это просто ужас. У нас реально нету покрышки. Право есть, лево у нас просто стерлось. Когда мы долго дрифтовали и ждали ожидание старта. Так, нужно починить, конечно, и вернуться все-таки в гонки. Повредили еще левый бок. Да, конечно, починка у нас войдет в копеечку. Ну, в принципе, можно было взять, потому что у нас не было одного колеса. Нужно зайти ехать, где починить можно. И, наверное, продолжить нашу гонку. Так, давай-ка сюда заедем. Поменяем колесо и продолжим гонку. Поменяли колесо, друзья, и давайте же продолжим гонку. Но сперва хочу узнать ваше мнение, что с этой тачкой можно изменить. Я хочу сделать еще пониже подвеску, что практически по земле цепляло. Но мне кажется, бампер передний будет цепляться. Хорошо, я хочу участвовать еще в двух гонках. Я хочу сегодня взять все-таки первое место и взять какие-то деньги. Потому что если я проиграю сегодня последние 4000 баксов, у нас денег вообще не будет.
и тогда придется участвовать в каком-то трюке. Опасный трюк, он всегда опасный, и нужны какие-то деньги, чтобы сделать хороший трюк. Так, ну что у нас есть? Мне что-то нужно попроще такое. Вот я вижу типа Volkswagen, я хочу попробовать, наверное, с тобой, чувак. А, интересно, чья вот эта тачка? Вот это, ребята, чья тачка? Ух, какие мощные показатели. Нет, это, мне кажется, слишком мощно будет. Мне, наверное, нравится вот это. Походу, какой-то... Ох, давайте с тобой. Чувак, я хочу с тобой, ты, в принципе, подходишь по моим показателям. Так, 2190, практически 2200. А, да, я готов. Нажимаем Е. Да, все подтвердилось. Все, найс. Мы ждем своей очереди. Обязательно своей очереди, чтобы он, чувак, подъехал, и мы тоже встали рядом и участвовали в гонке. Так, походу, сейчас не наша очередь, там идет какая-то гонка. Сейчас будет наша очередь, и он подъедет. И посмотрим, кто кого. Теперь у меня будут все колеса в порядке. Не буду долго дрифтовать. Так, стоим, ждем. Стоим, ждем в очереди. Интересно, а можно сделать какие-то ставки на тачке? Так, у нас есть, по идее, вот тут ребята соревнуются. Можно, наверное, подбежать и посмотреть, у кого какие есть. А, можно сделать 50 баксов, у нас ставка. Так, так, вставай, вставай позицию. Нужно маленько встать, наверное, подальше. Так, 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 все, моя гонка. Моя гонка начинается, погнали. Садимся, погоди, погоди. Не ты же едешь. Ну-ка, отъедь маленько. Не ты едешь, подвинься. Детка, давай-ка, я готов. Чувак, уйди, ты мешаешься. Слушай, он реально мешается, он встал в колесо мне. Так, я готов. Погнали! У-ху-ху! Погнали, погнали! По-честному, не по-честному. Я взял не по-честному, конечно. Ну, хотя будет победа. Мне нужны деньги. Хоть какие грязные, не грязные деньги, тормозим. Сколько денег мне прибавили за грязную игру? Сколько денег? Минус, что ли? Ребята, сколько денег мне добавили? 4300, что ли, было? Так, 100 баксов. Кто-то еще поставил ставку. Нормально. Поехали еще с кем соревнуемся, потому что мне хочется все-таки взять побольше денег. У нас было 7000 баксов, у нас сейчас 4300. В принципе, я чуть-чуть себе вернул, но, конечно, не то, что хотел. Было 7000, а у нас только в минус. То есть тачку нужно прокачивать. Так, с кем можно еще интересно посоревноваться? Мне нужен какой-то простенький соперник. А, чувак, вот так, ну, в принципе, ты мне симпатичен. Такая... Но диски, кстати, довольно крутые. У кого-то гудок обалденный. Так, давай, чувак, наверное, с тобой. Сколько денег ты поставишь? Мне интересно. Ты будешь со мной? Денег хватает? Не хватает у тебя? Или у меня денег, может, не хватает? Там происходит гонка. И... Нет, походу, не хочет. О, тихо, тихо, тихо. Он решил мою тачку попортить, что ли? За прошлую гонку? Так, чувак, походу, не хочет. Нет, не хочет. Хорошо, выберем другую тачку. Я даже не знаю, какую здесь выбрать. Вот, в принципе, есть разбитая тачка. Ребята, чья тачка? Давайте же посоревнуемся. Итак, в принципе, он согласен. И в гонке мы будем участвовать или нет? Я не вижу своего имени в списке. Так, погоди, он вроде согласился. И стоит маленько подождать, что ли? Так, нет моей тачки в списке еще. Возможно, у меня просто не хватает денег. Ребята, кто здесь нищеброд? Походу, здесь я один нищеброд, и мне нужна тачку прям по вкусу. Так, так, я не вижу. Ох, есть, есть соперник. 1700 баксов, погнали. С кем я соревнуюсь? С кем соревнуюсь, ребята? Кто против меня? Вот, походу, разбитая тачка. Поехали. Ребята, в сторону. Тут слишком большая толкучка прям на старте. Тачка все же стоит и ждет своей очереди. Уходи отсюда, не твоя очередь. Сейчас поедем. Погоди, 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 детка, еще не встали. О-о-о, кто поехал, я что ли? Стой, стой, кто поехал, я? Я даже не понимаю. Или чувак поехал? Нет, все в порядке, пускай едет. Так, встаем в точку и давай. Давай тоже вставай. Чуть правее, сейчас будем старт. Давайте же последнюю гонку на сегодня, и я уже поеду домой. Уже темнеет. Да, наша гонка, мы готовы. Давай же дрифт маленько. Да-да, давай, детка. Не, погоди. Готов, готов, давай. Давай. Ух, поехали вперед. Честно, не по-честному. Куда едешь? Обалдеть. Он врезал сам по себе, но он все-таки едет еще. И наш приз будет... Сколько там денег-то? 1000 с кем-то. С кепкой, что ли? Ух, тормоза.
Тормоза довольно прокачать надо еще. Сколько там в плюсе? Плюс 1700. Вот это реально круто, друзья. Плюсик маленько есть, но все-таки в минус 900 мы вышли. Нужно прокачивать тачку и делать гонки намного масштабнее, чтобы вам много денег. Это будет то, что нужно. По 4000 баксов, по 8000 баксов можно здесь срубать за гонку. Мне нужно прокачать тачку, но это, для этого нужно деньги. Сделать хороший трюк и получить много денег, и тогда мы прокачаем нашу тачку. Ну что, увидимся уже в других роликах. Спасибо, кто смотрел. Changing. Please help me up. Don't shoot me down. My first second chance.